Tadeva Ramam Ruchiram Navam Navam Tadeva Sasyata Manuso Mahasavam Tadeva Sokarna Vasosanam Ninam Jaduttama Sloka Yaso Anugiyate Tadeva Ramam Ruchiram Navam Navam Tadeva Sasyata Manuso Mahasavam Tadeva Sokarna Vasosanam Ninam Jaduttama Sloka Yaso Anugiyate Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, в действительности мы являемся пациентами, мы страдаем от материальной болезни. На самом деле мы пациенты. Гаудия Гоштхипати Шишрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, что на самом деле мы пациенты. И в таком состоянии, если мы будем питаться роскошной пищей, неизбежна смерть. Для обусловленной души очень безопасный путь в виде марга. То есть следование этому пути очень безопасно, очень просто для дживы. Потому что нет другого пути. То есть принять Вайди Марг очень безопасно для дживы. И нет большего, ничего больше благоприятного для дживы. Потому что если джива захочет имитировать, если обусловленная душа захочет имитировать Сида Маханту, неизбежна ее смерть, ее кончина. Потому что, как говорит Прабхупад, когда Бадхаджива пытается имитировать Махаджан, Саду, Сида Махатму, он может пасть и в результате этого стать против гуру и вайшнавов. Прабхупад объясняет, что это не означает, что я собираюсь настаивать на том, чтобы вы следовали Вайди Маргу, что я вынуждаю вас следовать этому пути. Это не так. Это не есть хорошо. Это не мое желание, чтобы всю жизнь вы провели на этом пути, чтобы вы всегда оставались на пути Вайди Марга. Пока я болен, мне нужна диета. Я не могу есть нормальную пищу. Пациент должен принимать лекарства, подобающие его болезни, под руководством доктора, под присмотром доктора. И также он должен использовать патха, что означает правильную диету, подобающую диету, которая нужна именно для состояния больного. И с полной решимостью такой пациент должен следовать пути, указанным Гуру Варгой. И в конце концов, если не будет у этого пациента лицемерия, он вернется в свое нормальное состояние. Здоровье вернется к нему. Таков совет Шрилы Прабхупады. Он не говорит, что мы никогда не сможем следовать Рага Маргу. Без следования истинным гуру и вайшнавам, если я хочу
имитировать предшествующих Рупануга, Рагануга, Ачарьев, я никогда не смогу обрести мангал, то есть ничего благоприятного не будет сопутствовать мне. У меня не будет ничего благоприятного на этом пути. Также в Чайтанья Чаритамрите из различных мест Чайтанья Чаритамрите, Расамрита Синду, Чайтанья Бхагаваты, из писаний Шрилы Вишну Чакравати Пада, Джива Госвами Пада, мы уже обсуждали очень много вещей. В Чайтанья Чаритамрите описано, каковы симптомы. В предыдущие дни мы уже все это обговорили, я уже все рассказал. В Чайтанья Чаритамрите очень ясно сказано. Уже говорили о Сваруп Лакшане и Татастха Лакшане. Когда у вас появится бесконечная привязанность к Иштадеву, который называется Сваруп Лакшаной. И Авиштхита, пример этому, когда какой-то дух хочет овладеть вами. То есть имеется в виду, когда овладел вами дух, вы не понимаете, что вы делаете под его влиянием. И Прабхупад говорит, что такого рода привязанность не совсем понятна этот момент. В Бхакти Расамрита Синду также сказано, что когда вы обретете авеш, глубочайшее погружение в свои чувства, так что у вас не остается никаких других переживаний. Авеш означает, что вы теряете свои внешние ощущения этого мира. Ощущение тела и все, что связано с этим телом, вы просто забываете. Это превосходное состояние, то есть это очень возвышенно. И такое состояние, Кришна будет доволен нами, когда мы обретем его, это удовлетворит его. То есть та раса, которая у вас есть, вы будете служить своему Иштадеву с ней так, чтобы доставить полное удовольствие Шри Кришне. И вы потеряете все свои материальные ощущения, так как будто вы вами как будто вы под гипнозом. Это называется сарасики парамеш. В Расамрита Синду также сказано, Рупа Госвами Пад пишет, что Анусрита яса рагануготчати. Вираянтим обхибьяктам. Браджаваси янадису рагатмикам анусрита я са рагануготчати. Баба, которую вы испытываете, имеется в виду баба, которая может удовлетворить Господа, присутствует, есть, то есть браджаваси обладают этой бхавой. Каждый браджаваси обладает своей собственной расой, своим собственным чувством. The kind of bhakti you can see, bhakti means action.
Бхакти означает действие. Действие, направленное на удовлетворение Шри Кришны Иштадева. И это зовется Рагануга Бхакти. То есть в соответствии со своей расой преданный служит. Это может быть Дасия, Сакья, раса и так далее. И те, кто следует этому определенному настроению, имеется в виду одному из представителей различных рас, какой-либо расы, Шри Кришна, его вечно присутствующие, вечно существующие слуги, спутники. Браджаваси являются вечными спутниками Шри Кришны. Их бхава вечно присутствует с ними. Те, кто испытывает влечение к одной из этих бхав, зовутся. Рагатмиками. В Чайтанья Чаритамрите также сказано. Рагатмика бхакти доступна только, можно получить только у Браджаваси. Это нельзя обрести на райских планетах Брахма Локи, где бы то ни было, Вайкунтхе. Нет, это недоступно там. Оно доступно лишь в Браджадхаме. Таким образом, Браджаваси испытывает спонтанное влечение, которое называется рага. Они не читают книги для того, чтобы развить свою привязанность к Кришне, свое влечение. Они не ходят в Гурукулу, стараясь изучать Веду Веданту. Их чувства спонтанные. Если думаем, что Браджаваси, мальчики Браджаваси, пастушки, они не образованные. Это заблуждение. Они не читают Веду Веданту, но знание их спонтанно. Радхарани и гопики, им не нужно ходить в Гурукулу, не нужно изучать Веды. Потому что все Веды, Веда, Веданта, Пурушад, Веда и Веданта полностью воплощается в них, проявляется в них. Потому что они испытывают глубочайшую бхаву, равной которой нет. Если бы они были необразованными, то есть имеется в виду, если они необразованы, как возможно, что они все это испытывают, все эти бхавы? Иногда мы видим, что Браджаваси не понимают, что Кришна — Верховный Господь. Радхарани, Гопика, они все прекрасно знают, и также Нанда Махарадж, но это чувство Айшварии, не присуще их сердцу. Несмотря на то, что они обладают этой гьяной, что Кришна является Верховным Господом, тем не менее, они никогда не думают, что Кришна — Верховный Господь, потому что если бы эта мысль закралась в их сердца, невозможно было бы испытывать все те бхавы, которыми они обладают. На самом деле, они обладают всем знанием. Но как же тогда
Возможно, что они ведут себя таким образом. Но в действительности все шастры нисходят от лотосных стоп Радхарани. Как же возможно для гопи чувствовать то, о чем говорится в этом стихе? Нахала гопика нанданабава. Нанданабава. То есть мы испытываем это, мы используем это слово к тому, кто старше нас, то есть к тому, кого мы почитаем. Таким образом выражая свое уважение. И гопи поют в гопи-гите на калу. Ты находишься, пребываешь в сердцах всех джив, бесконечных дживатм. Вишванат Чакуратипад, Джива Госвамипад пишет, Санатан Госвамипад также пишет об этом в 10-й, в своих комментариях на 10-ю главу. Они говорят, что гопи знают эту татву. Но их знание подобно практически равняется незнанию. То есть это знание не присутствует в их сердце. Потому что если бы оно было, то как бы было возможно для них испытывать ту любовь, которую они испытывают? Джива Госвами объясняет, что несмотря на то, что эту любовь нельзя сравнить с материальной, в этом материальном мире любое привлечение осквернено. Но если если гопи будут думать, что мы такие трансцендентные, что тогда в таком случае они потеряют это, наверное, имеется в виду. То есть внешне это выглядит как материальная любовь. Кто-то чувствует, что он друг Кришны, кто-то, что он в ацалья расти, в родительской. Кто-то задал, какой-то преданный задал вопрос. Махарадж, Шанкар Бхагаван, Вайшнава там Джато, Гопишвар Махадев. Садашива Бхагаван Шанкар хотел принять участие в Раса Лилия. Не думайте, что это шутки. Садашив, Кайлаш Пати происходит от Садашивы. Садашив — это Вишну Татва. Гопишвар Махадев хотел принять участие в Расалиле. Но я говорю о Шанкаре, который то есть материалисты, у которых нет понимания этого, они поклоняются.
Шивджи как повелителя Тамагуны, но вайшнавы поклоняются Шанкаре с глубокой любовью тому, кто является вайшнаватам джатас, вайшнава шамбо, то есть великим вайшнавам. Если вы будете поклоняться Шивджи с этим пониманием, вы обретете прогресс на своем пути. Каждый день Махапрабху получал даршан в Ришинат-мандире Шанкара. На самом деле он приходил туда, чтобы дать даршан, но из своего смирения он говорил, что он уходит туда получить даршан, но на самом деле он ходил туда, чтобы дать, то есть показать себя, даровать даршан Шивджи. В Бхагаватам сказано, что когда Бхагаван Шри Кришна принял форму Махини, Махини, та, которая распространяла нектар полубогам среди полубогов, для того, чтобы нейтрализировать, обезоружить демонов. Демоны ответственны сами за все, что с ними произошло. На самом деле, Бхагаван является... То есть, Бхагаван, он равнодушен, то есть он нейтрален, имеется в виду, нейтрален к их полубогам и к демонам. Но возникла такая ситуация опасная, когда демоны чинили эти проблемы. И как только Амрита Нектар появилась от пахтания океана, демоны хотели завладеть этим нектаром, стать бессмертными. Опасная змея, ядовитая змея не должна, то есть никто не должен, то есть не надо давать ядовитой змее нектар, молоко и так далее. Так сказано в Бхагаватам. Когда Бхагаван принял форму Махини Мурти, когда я, то есть я уже говорил об этом, когда обсуждал, рассказывал Шримад Бхагаватам. Шанкар Бхагаван испытал глубокое влечение к Махини Мурти. Он побежал за ней. Сердце его было обеспокоено. Он хотел приблизиться к ней. Но сама Махини Мурти... Махини Мурти — это сам Верховный Господь. Но никто этого не знал. И то влечение, которое испытывал Шанкар Бхагаван, мы можем назвать это рагой. Махини Мурти была самим Бхагаваном, то почему же мы не можем применить это слово «рага»? На самом деле нет, мы не можем использовать это слово в этом случае, потому что по желанию Верховного Господа привести пример для нас, так чтобы мы знали, что Шанкар, на санскрите было приведено определение, то есть он очень возвышенный, но имеется в виду, что он мог, то есть он испытал это влечение материального характера, якобы. Поэтому мы не можем назвать это влечение такого характера рагой. В истории с Вамана Девой дочь Бали Махараджа испытывала влечение к нему. И ее влечение также мы не можем назвать Рага-Нугой. Поэтому нужно четко понимать, что такое
Рагануга. Нужно запомнить это определение. Вчера я говорила о многих вещах, таких как бхава и так далее. В деталях Гуджа Ланиламале много информации об этом, но вы сейчас вы не должны читать это. Я говорил уже об этом. Когда преданный следует вчера я сказал, что Вишна-чакарати пад также приводит, дает под руководством Шрилы Рупы Госвами, проясняет этот момент о Бхава-бхакти. Вишна-чакарати пад говорит очень ясно, по милости Рупы Госвами Пады. Бхава также называется Рати. Как цветы, благоухающие прекрасным ароматом, в них, внутри них скрыт мед, пыльца, и пчелы привлекаются этим ароматом. И таким образом сладостный аромат бхавы преданных автоматически притягивает Шри Кришну. И бхава это также зовется рати. Когда преданный достигает стадии бхавы, преданный переполнен наслаждениями, которые, то есть переживаниями, которые он получает от этого. И Бхагаван сам испытывает глубокое наслаждение от бхавы преданного. В определении бхакти Кришна приводит этот стих. Рупа Госвами Пад дает комментарий на него, наверное. Несмотря на то, что полубоги, я приведу пример о Гуру Махараджи, о Вамшивандас Бабджи Махараджи. Однажды Вамшивандас Бабджи Махарадж отправился в Варанаси. Он совершал баджан в поле, в каком-то временном кутире, но ночью, это было время правления англичан, и они издалека увидели, что посреди поля свет. Они подумали, откуда этот свет? Побежали туда,
Когда они прибыли туда, добежали, они увидели, что там никого нет, кроме Бабы, который совершает баджан в своем кутире. И что же это было? Сама мать Аннапурна пришла туда, чтобы получить даршан лотосных стоп Бабаджи Махараджа. Ее Аннапурна, то есть свечение от ее тела исходило. И вот эти вот англичане, правительство, имеется в виду, что они были какими-то охранниками, военными охранниками, увидели именно этот свет. Однажды Гуру Падпадма сказал мне, «Баба, там столько света, проверь, откуда он исходит». Там было окно на четвертом этаже. Кто может стоять на четвертом этаже? Никого за окном, никого нет. Но Гуру Махарадж говорит, «Там столько света, проверь, кто там». Это означает, что полубоги пришли, чтобы получить даршан Парамахамса Гуру Пада Падмы. То же самое происходило с Прабхупадой в Йога-Питхе. Многие-многие полубоги приходили получить даршан Прабхупады, повторяли, воспевали славу. Когда Бава Бхакти пробуждается в сердце преданного, глаза его постоянно наполнены слезами премы. Он постоянно переполнен эмоциями. И эмоции эти несравнимы с материальными. Это трансцендентные эмоции, необъяснимое наслаждение. Почему слезы текут? Такой преданный не может объяснить. Иногда он испытывает ясное чувство того, что Кришна перед ним. Иногда он пытается прикоснуться к его руке. Он все это чувствует, что это возможно для него. Он может почувствовать прикосновение руки Кришны. Губ. Also, he feels at intervals to have listened to the very sweet music of his sweet. И также он слышит прекрасную мелодию флейты Кришны. Чистый гуру и вайшнавы, такие как Прабхупад, почему они не могут оставить Харинам? Потому что они испытывают эти переживания через Харинам. Они слышат звучание флейты Кришны. Иногда они слышат звучание колокольчиков Кришны. Когда он двигается, у него на ногах колокольчики, и когда он двигается, создается звук, музыка. Speaking any dry philosophy,
Это не какая-то сухая философия. Я знаю на своем личном опыте таких саду, как Кришна Говинда Махарадж, ученик Прабхупады, он получил саньясу от Гуру Пада Падмы. Однажды, рано утром, я встретил его, предложил ему поклон, он любил меня очень сильно. И я поговорил с ним. Он сказал, что даже ночью, когда мы повторяем харинам, когда я повторяю харинам, я слышу музыку, что-то подобное музыке, ритм колокольчиков Гора Хари. То есть, когда я повторяю ночью, я слышу звук колокольчиков Гора Хари, ножных колокольчиков. И также он испытывал прикосновение стоп Кришны. Иногда запах Кришны очень сладостный. Такой преданный может испытывать Радхарани, почувствовав запах тела Кришны, бежит к нему как безумная. Иногда такой преданный также испытывает прямое присутствие, чувствует, что Кришна присутствует здесь. Чувство разлуки, испытывает такое преданное в сердце. То есть он может все это испытывать не только тогда, когда он бодрствует, и также в глубоком сне, имеется в виду, во сне он может увидеть, не только наяву. И на уровне бхавы преданные отождествляют себя со своей сиддха-сварупой. Они чувствуют свое тело трансцендентное, знают свое служение. Они забывают обо всем телесном, всем, что связано с этим материальным миром. Им не присуще это деление «я» и «моё». Оно полностью стерто. И на этом уровне он обретает полное освобождение от оков этого материального тела. Тонкого ума. Сейчас он развивает апракрита эгоизм, апракрита аханкар. Что же это? То есть ложное эго полностью запрещено, но мы хотим апракрита эго испытывать, чувствовать апракрита, трансцендентное эго. И когда такое сокровище проявляется в сердце преданного, преданный постоянно пытается скрыть его, так что он может, потому что обычные люди могут увидеть, что он ситха, что он всем этим обладает, и у него появятся большие проблемы. Свои духовные переживания, свой духовный опыт они пытаются скрыть от материалистов, но так или иначе это проявится перед искренними преданными, перед настоящими преданными, теми, кто обладает ясным пониманием, они могут осознать, что передо мной Сидда Махатта. Но обычные люди не могут этого понять. Могу привести один пример. Когда Махапрабху хотел войти в храм Джаганатха, впервые, когда он пришел
с глубочайшим любовью, в экстазе. Он хотел обнять Джаганатха, побежал к нему, и внезапно он упал на землю, потерял сознание. Все панды были разгневаны на него, что он хочет обнять его, что он хочет обнять Джаганата, и хотели его вывести. Но в это время Сарабхама Бхаттачарья, несмотря на то, что он был Майявади, увидев Гаурангу Махапрабху, Сарабхама Бхаттачарья был океаном знания, он был невероятно учен. Сравнивается с Брихаспати он. По милости Гауранги, увидев, получив даршан Гауранги Махапрабху, он начал запрещать этим пандам: не бейте его, не бейте его. Давайте-ка посмотрим, в чем тут дело. Сарабхама Бхаттачарья сказал: это не обычное состояние, это шудабав, судиптабав. Шудипта сатвик бав. В шастрах это сказано, это применимо. Только Радхарани может испытывать такое. И как же это возможно, что мы видим проявление этого в этом юном молодом человеке? Он не знал, что это сам Верховный Господь, но он сказал это по милости Даршана Гауранги. Он развил это понимание. То есть он запретил бить его. Он сказал, что я никогда прежде не видел проявления таких эмоций, такую бхаву. Как это возможно проявлять такие эмоции обусловленной души? Но Сарабхама Бхаттачарья не знал, что это сама Радхарани, воплотившаяся. То есть, что это сам Шри Кришна и Шримати Радхарани. Он смог это понять, но обычные люди, они не могли понять. Поэтому, когда какая-то бхава приходит в ваше сердце, во сне вы что-то увидите, всегда это нужно подтвердить у чистого преданного, но никому больше не говорить, иначе вы потеряете это. Не надо говорить никаким посторонним людям. Вишна Чакрати Такур говорит, что бхава, иначе это бхава иначе называется стай бхава, то есть постоянная бхава, которая возникает между параматмой и атмой. То есть 5 главных и 7 вторичных существует. Стхай бхав. Стхай бхава — постоянное отношение, чувство отношения с Бхагаваном. Шантарати. 5 главных. Дасиарати, Сакхиарати, Ватсалиарати и Мадхурьярати. Стхай Бхава соединяется с 4 составляющими: Вибхавой, Анубхавой, Саттвика и Санчари. Санчари означает «приходит и уходит». Непостоянно она. И такая саттвик бхава, когда она соединяется с 4 составляющими Вибхавой, Вибхавой, Анубхавой, Саттвика бхавой и Санчари, when
развивается непостижимое состояние, сладость, духовная сладость, которая необъяснима. Я не могу объяснить это. И это есть раса. Но одна лишь стайбава не может породить расу. Когда она соединяется с випхавой, анубхавой, сатвикой и санчари бавой. Когда все это смешивается, происходит возникновение потока расы сладостного нектара. У меня нет слов, чтобы объяснить это. Господь Шри Кришна полон расы, вы это знаете. Он источник всех рас. Материальный или апракрита расы, любой вид расы, который существует, нисходит от него. Связан с ним, то есть имеется в виду, напрямую или не напрямую, любая раса, ее источник Кришна, никто иной. Кришна — это раса Вайсаха. Сказано в Упанишадах. Все нисходит от Кришны, все расы. И таким образом, водрузив Кришну в центре, мы можем испытывать различные расы, различные эмоции в соответствии с нашим развитием. Или с нашим вкусом. Почему говорится «Парам Виджайте Шри Кришна Санкиртанам»? Потому что только лишь Кришна Санкиртана позволит мне испытывать различные расы Кришне в отношениях с Кришной. Мы можем поклоняться на Райне, но в таком случае мы не сможем испытывать 5 главных и 7 вторичных рас. Шантарати — это нейтральное отношение. Как я уже говорил, это гомата, флейта Кришны. Все это примеры Шантарасы. Но будьте осторожны. На Голока-дхаме, на Голока-Вайкунтхе и на самой Вайкунтхе ничего материального вы не сможете найти. То есть даже пылинки, они трансцендентные. Все там чит. Никакой материальный объект не может там присутствовать, находиться. Они позволяют использовать себя преданным или самим Кришной, имеется в виду в Дасярасе. Как Рупа Госвами. Однажды один человек сказал Рупе Госвами, что каждый день приходит человек, который
То есть каждый день один мальчик приходит и то есть во сне Рупа Госвами Пад, таким образом объясняется история, как Рупа Госвами обнаружил божество Говиндаджи. Сам Говинда Дев, наверное. А, он нам, в общем, не совсем поняла. Таким образом, рожок Кришны, коровы, флейта Кришны не могут сами служить Кришне, потому что они четан васту. Потому что они неодушевленные. Как философия и наука идут рука об руку. Почему? Потому что настоящая философия поддерживает науку, а настоящая наука поддерживает философию. Масло их с хлебом — хорошая, вкусная еда. Но один хлеб или одно масло... Таким образом, они не могут себя задействовать в служении сами. Они позволяют задействовать себя в служении. И это есть шантараса. Дасираса я уже объяснил. Это настроение слуги. Дасярати. Они служат Кришне различными путями. В Дварике есть такие преданные, много разделений также там существует еще. В Мадхуре также. Сакярати — это настроение дружественное. Такие представители этого Шидам, Васудам, Уджвала. Все они служат Кришне как ближайшие друзья. И также там существует разделение, и не сегодня, завтра я расскажу об этом, возможно. Ватсали расы я тоже объясню. Затем Мадхури рати. Все это я буду рассказывать завтра. Когда Махапрабху говорил о Шантабхаве, затем Дасе Бхакти, в конце концов он перешел, попросил Рай Рамананду объяснить детали. То есть говорил Рай Рамананда, Махапрабху слушал. Он попросил рассказать в деталях. Он сказал, что я хочу слышать еще, еще больше, глубже. И Рай Рамананда сказал, Сакья Бава, Сакья Према. All sadhana.
Сади означает то, что вы получите. Сади то, что это ваша цель, то, что вы обретаете, хотите обрести с помощью своей садна бхакти, садна баджана. Кришна прямо объект, наша цель. Но кто-то хочет обрести дасья прям, кто-то сакья прям и так далее. Среди стхай бав, которые я уже описал, стабильных бав, к ним в общем, к этим стхай бав присоединяется еще другая бава, и своим соединением они образуют расу. Сакхирати очень прекрасно. Настроение дружественных отношений. В Браджадхаме много разделений, настроений, много различных категорий. Кто-то играет с Кришной во Вриндаване. Сакхирасы, те, кто находится в Сакхирасе, они играют с Кришной во Вриндаване, и среди них присутствует много различных категорий. Подразделений. В Мадхуре, в Двараке также много подразделений. Это не, они не похожи друг на друга, они не едины. Рупа Госвами подпишет Бхакти Расамрита Синду. Long ago, maybe 12 years, 15 years back. 12 или 15 лет назад, уже давно, по милости Гуру Варги, я редактировал книгу под названием «Рай Рамананда». «Рай Рамананда Самвад». Эта книга настолько превосходна. Я собирал различные материалы, документы отовсюду и составлял эту книгу. Рупа Госвами говорит, те, кто схожи по возрасту, то есть сакхи, они примерно одного возраста, у них один интерес, но среди них также много подразделений. Такие есть сакхи в Двараке, во Вриндаване, в Двараке это Арджун, Бимасен, Драупади также в сакхирасе. Судама Випра, встретился с Кришной Двараке. И в Джетхаме своя особенность. Все они схожи в своем настроении, в возрасте, в веласе, одеждах. В руках они держат флейту, палочку. То есть они почти одинаковые.
все они обладают глубокой дружбой, дружественными отношениями с Кришной. Но они также подразделяются на четыре вида. То есть существует четыре вида сакхи во Вриндаване. Сухарит сакхи. Прия сакхи. Прия нарма сухарит сакхи. И видор сакшака. Сухарит сакхи. Означает, это санскритское слово, и в Бенгале также мы используем это слово. Это тот, кто без ожидания что-то взамен, чего-то взамен выражает свою дружбу, беспричинно выражает свою дружбу, бескорыстно хочет дружить. Сухрит сакхи, сухрит... Их возраст, они немного старше, чем Кришна. Мама Рохини и Яшода, наверное, они их наставляют, тех, кто старше, мой сын. Будьте очень осторожны. Кришна очень непослушный. Когда вы будете очень беспокойны, когда вы будете во Вриндаване, вы должны заботиться о Кришне, присматривать за Ним. То есть те, кто немного старше, мама Яшода наставляет их. Они защищают Кришну, присматривают за Ним постоянно. И сакхи такие, те, кто старше, они всюду с Кришной, когда Кришна пасет коров, они все время за ним присматривают. Махарадж перечисляет их имена. Если вы все шастры пересмотрите, переищите там, в общем, можно найти перечисленные имена всех этих сухрит сакхи, сакхов. Есть те, кто немного младше Кришны. Но, тем не менее, они обладают глубокой привязанностью к Кришне. Вот их имена. Можете вспомнить, когда я говорил о Вриндавандас Такуре, на его день явления или ухода, Вриндавандас Такур Вьясадев Госвами и не расслышала имя Сакха, один из Сакха. Оба они воплотились в форме Вриндавандас Такура Махашая. То есть он немного младше Кришны в этих лилах, но обладает глубокой привязанностью к нему. Затем идут Прияса-кхи. Пример их... Это их имена. Токо-кришна.
is the son of the uncle of Krishna. Стака Кришна — это двоюродный брат Кришны, сын его дяди. Они постоянно играются с Кришной. Они знают, что Кришна — наш друг, и они очень... игривый и тем самым доставляет много удовольствия Кришне. Они очень красивые. Они почти схожи с Кришной по возрасту, но немного-немного младше. Почти одного возраста. Немного младше. Среди всех них Стока Кришна почти не отличен от Кришны. Он превосходит всех остальных в этой категории. Прежде всего, Кришна делится с этим Сакхой. То есть, чтобы он не ел, половину он отдает, кладет в рот этого Сакхи. Этого Сакха. Бадрасен. Он как командир среди всех сак. Когда какие-то проблемы возникают, он всегда выходит вперед, чтобы их решить. Приянармасаки. Все время шутят. Среди них Субал, Арджун. Арджун не тот, который... из Бхагавад-гиты, а Вриндаван Арджун, не из Хастинапура. Вриндаванский Арджуна. Все они помогают Кришне в различных играх. Вовлечены с Кришной в различные игры. И они знают секреты различных лил, которые предпринимает Кришна. Они знают, почему Кришна делает то или иное действие, совершает то или иной поступок. Даже секретные лилы они могут понимать. Они могут понимать все. Затем четвертая категория. Когда бы Кришна не получил... То есть, когда Кришне нужно отправить какое-то послание, передать что-то, он делает это с помощью Приянармасак. Любое послание, которое он получает от Радхарани, он обсуждает это с Приянармасакхами. Они испытывают Аштасамика Бхаву и слезы, прерывание голоса.
различные бхавы время от времени возникают у них. Санчари бхавы. Они постоянно играют с Кришной, испытывая различные эмоции. Я бы должен нужно бы рассказать больше в деталях об этом, но время не позволяет. Затем Махапрабху хотел услышать больше и больше о раса татве. Затем Рай Махашая рассказывал о Ватсале расе. Когда Махапрабху захотел услышать в деталях, продвигаться дальше в глубину, Рай Махашая начал говорить о Ватсале преме. Ватсаля-рати. Содержится все, что было описано выше. То есть все расы входят туда, вот до Ватсаля-раси, которые были перечислены, они входят в нее. Нанда-баба, Яшода-ма, Рахини-ма, все они являются представителями Дабхавы, Ватсаля прямо. Нанда Баба настолько удачлив, насколько это поразительно, насколько он удачлив, каков их взаимообмен любовный с Кришной, а насколько удачлива Яшодама. Кришна вкушает ее грудное молоко. Поэтому Рагхупати Упадьяя, кого Махапрабху встретил в Тривени, на слиянии, в Аллахабаде, у Тривени. И когда Махапрабху спросил о особенностях Кришна-бхаджана, Рагхупати Упадхьяя ответил, кому мы должны поклоняться? Совершенство расы — это Кришна. Шьямруп — высочайшее, самое высокое. Мы хотим поклоняться Кришне в возрасте 16 лет. Среди всех священных мест Мадурас —
Вриндаван выше всех, наверное. И среди всех рас Мадхура раса выше всех. И в Мадхуре расе много подразделений. Мадхуржати, Бацалярати. Частично я уже описывал все их. Сейчас перечисляются Ватсалья Рати, родительские отношения, те, кто обладает ими. Деваки, она в Двараке. Но она также кормит Кришну грудным молоком, испытывает различные эмоции. То есть Нанда, Упананда, Сунанда, Ешода, Рохини, Деваки и другие вечные, вечные спутники вечно служат Кришне как своему самому дорогому ребенку. Они думают, что Кришна мой маленький ребенок, ничего не знает, как себя поддерживать, в смысле, как за собой, как позаботиться о себе. Затем следует Мадхура Рати. Супружеские взаимоотношения. В Двараке перечисляются супруги Господа. Они также в Двараке, в Мадхура Рати находятся, но различные подразделения у них существуют. Сакия и Свакия Бава. Сакия Бава. Сакия Бава во Вриндаване. Царицы Двараки являются представителями этого. Рукмини Деви, Сатьябама Деви. Все они и многие другие вечно служат Господу как своему самому возлюбленному мужу. Гопи во Вриндаване не следуют никаким правилам и предписаниям. Их любовь не ограничена ничем. Она настолько сильна, что они готовы нарушить все правила и предписания. Как ветер, они несутся навстречу с Кришной. Такая любовь невозможно испытать. Любое препятствие, возникающее на пути, они не обращают на это внимания. То есть имеется в виду, что они не следуют никаким правилам, предписаниям. Они служат Кришне всем, что у них есть, телом, умом и речью, полностью. Они хотят служить Кришне для того, чтобы удовлетворить его. Во Вриндаван-дхаме Мадхура-раса самая главная, самая важная, потому что она паракия. Свакия-бава соединяется с... Я уже говорил об этом. Стай-бава соединяется с четырьмя составляющими: Вибхава, Анубава, Сатвика и Санчари. И это непостижимо возникает, то есть поразительная ситуация в сердце такого преданного. Это называется раса.
Мадхура Рати во Вриндаване непостижимо. Снаружи Вриндавана Тараса, она обладает различными правилами и предписаниями, но внутри Паракия Бава не во Вриндаване Паракия Бава не может существовать. Она возможна только. Прошу прощения, я ошиблась. Паракия Бава возможна лишь внутри Вриндавана, нигде больше. Я уже 2-3 дня объяснял, что такое бхава. После бхавы появляется према. Существует несколько различий в преме. Когда бхава достигает определенного уровня, сердце преданного становится абсолютно мягким и прозрачным. И в таком случае просыпается чувство собственности по отношению к Кришне. Как сейчас мы думаем, о, это моя собственность, моя земля, мои деньги. Вот это вот чувство собственности оставит преданного. Но она превратится в чувство собственности по отношению к Кришне, к возлюбленному Господу. Сердце будет плавиться. Не сможете даже... Сейчас невозможно представить, как это будет. Любые препятствия, которые возникнут у вас, недостаточно в таком случае, не будут для вас препятствиями. И это может проявиться у преданного двумя путями. И, как я уже говорил, это постепенный процесс достижения этого. Я уже описал его под руководством Рупа Госвами Пады, Вишнава Чакрапады. Я говорил много деталей об этом. И эта према может возникнуть в сердце преданного как следствие совершения баджана. И второй вид — то, что появляется в сердце по милости Господа, когда Господь выражает какую-то особую милость вам, лично вам. Према может разделяться на несколько категорий. Это не так, что те, кто служат Вайкунтхапати, не могут обрести прему. Это не так. Они обладают премой, но враджа према эксклюзивна. Особенно ее очень редко присуща только преданным Вриндаванам. И она может проявиться. То есть бхава порождает прему. Преданные получают милость Господа. И в таком случае у них проявляется бхава второго типа. Ну, имеется в виду, бхава проявляется.
Они постоянно вовлечены в слушание Харинама, Харикатхи, воспевание безостановочно. И према порождает спонтанные чувства в сердце. Вы можете воспевать славу Господа, испытывать глубокую привязанность к самому дорогому Шри Кришне, к своему самому дорогому. Выдающаяся любовь к Нему. Итак, браджа-гопи никогда не посещают гурукулу, не читают шастры, но тем не менее они являются высочайшего уровня пандитами. Они знают абсолютно все. Все шастры нисходят из лотосных стоп Радхарани. Вишнуприя Деви также пребывает в Радхарани. Они не в Раджа-гопи не служат святым, они не принимают харинама-дикшу. Они не следуют никаким религиозным клятвам, обетам. Не совершают аскез, связанных с этим. Тем не менее, они обрели прему Кришне по Его беспричинной милости. Према бывает имеет две природы. В соответствии с двумя разными аспектами Верховного Господа. Она может быть разделяться на Айшварья према. То есть имеется в виду Вайкунтха, Паршады обладает такой премой. К примеру, Прахлад Махарадж также обладает такого рода премой. То есть это према, но она не такая же, как према в Раджа. Поэтому према делится на два аспекта, подразделяется. Айшварья према. Айшварья премии сопутствует настроению почтения. Вайкунтха Бхава, да, Айшварья Бхава. В Двараке и в Матхуре Айшварья Мадурья. То есть она ей сопутствуют правила и предписания
следованием. То есть Ишвария была присущая настроение почтения. То есть они понимают, что Кришне присуща, Кришна обладает всей красотой, всем знанием. И всем отречением. Но Мадхурья Бхава полностью отличается от Айшварья Бхавы. Вишванатха Чакравати Такур говорит, что Мадхурья Бхава всепривлекающая. Кришна всепривлекающая. То есть, наверное, они понимают, те, кто испытывает эту бхаву, Мадхурья Бхава, они понимают, что Кришна превосходен во всех искусствах. Мастер во всем. Спутники Кришны во Врадже. Испытывает Мадхурья Прему. Према обладает двумя важными аспектами, как сказано Вишванатха Чакравати Падам. Према — это... Блаженная Ананда. Она приходит автоматически, естественным путем. Она густа. Ей сопутствует экстатичное блаженство Ананды, Премананда. И Махапрабху объясняет, что... Махапрабху говорит от такого вида премия. Према — это... с помощью премы можно привлечь внимание самого Кришны.
Она настолько могущественна, что Кришна испытывает ответное влечение. Он не может остановить свое влечение к вам. Вынужденно влеком к преме. Кришна все привлекающий. Он привлекает все и всех в этой вселенной, но тем не менее према сама привлекает Кришну. Когда солнце премая восходит, это очищает сердце. И этому процессу сопутствует много разных переживаний и ощущений. Все, что у вас есть, будет напрямую, как бы, будет связано лишь с Кришной. Все, что у меня есть, я буду задействовать в служении Кришне. И если это чувство собственности зрело, в этом нет... То есть, имеется в виду, солнце прямо восходит, сердце очищается, становится прозрачным, мягким. И... Према бхакти Все формы привязанности к телу, уму, всему, что связано с этим, полностью направляется на одного лишь Шри Кришну, когда восходит солнце премы. Когда Нанда Махарадж поклонялся Индра Махараджа, это также и Кришна Бхакти, хотя внешне это сложно понять. Потому что целью их было послужить Шри Кришне. Их чувство собственности соединено, направлено лишь на Кришну, как магнит притягивает к себе железо. Мы должны быть привлечены к Кришне, этим духовным магнитом, но мы ничего не чувствуем из-за анартх. Из-за анартх мы не можем испытывать привлечение, влечение к Кришне. Затем, как жадный человек, голодный человек, наверное, хочет. То есть голодный человек жаден до еды, до... И также, если преданный молится о бхакти, чтобы обрести больше и больше бхакти, как жадный, холодный человек. То есть он никак не может наесться, имеется в виду, что он все хочет... Еще поесть вкусной пищи, никак не удовлетвориться. И точно так же према бхакта, его ждет желание премы вновь больше и больше премы. У него бесконечное желание обрести общение с Шри Кришной. Если однажды преданный обрел Кришну,
Кришна Бхакти, Кришна Према. Он испытывает чувство глубокой разлуки. И он постоянно ищет его. Все они обладают различными видами саттвика бхав. Слезы текут из глаз, голос прерывается, тело трясется, дрожь пробивает тело. Один пример я могу привести, когда Шри Кришна сражался с Тринавартой. Он хотел схватить его за горло. И таким образом он его сразил, имеется в виду, он пал, упал. И Кришна... В общем, каким-то образом Кришна переломал демону все тело. Когда мальчики-пастушки прибежали туда в поисках своего возлюбленного Шри Кришны, в это время Яшода была как... без чувств, без сил. То есть она лишилась сознания полностью. Стамба называется это чувство, как колонна, которая не двигается, недвижимая. Когда Яшода мама хотела связать Кришну в Дамодара Лиле, она связывала много веревок, но каждый раз не хватало двух пальцев. Она отовсюду уже принесла веревки, все связывала, но, тем не менее, каждый раз не хватало, чтобы связать Кришну. Она потратила столько энергии, но, в конце концов, она поняла, что не может это сделать, она вспотела. Потела так, как будто бы дождь. И Кришна был удовлетворен, видя ее попытки. Он пролил на нее беспричинную милость, сказал: «Мама, из своей беспричинной милости он позволил связать себя». И затем романча, когда все тело взбудоражено,
Когда Бхагаван с друзьями, мальчиками-пастушками, возвращается домой с полей, с пастбищ, тогда все мальчики возвращаются по домам. То есть у каждого мальчика есть своя мама, которая ждет его. Кришна возвращается домой к Яшоде, маме. И мамы ждут их, когда они вернутся, они смогут их обнять и поцеловать. Кришна и Баларам, играя на флейте, возвращаются. Яшомотима и Рахинима, они не могут дождаться встречи. Они бегут к ним навстречу и обнимают их. Вдыхают аромат их волос. Это проявление Ватсаля Бавы. Затем они купают их. Моют их. Все их тела в пыли. Рахини уже приготовила прасад. Рахини Ма готовит что-то на ужин. Она обед, наверное, Радхарани готовит. Делает особые приготовления. Или, может быть, на вечер она готовит. И через Саки она посылает в Нандабаван свои приготовления. И после этого Даништха то есть каждый, когда мы будем говорить о саках, о сакхи, я расскажу, там много подразделений тоже, каждый выполняет свое служение. Даништха приносит учиштху, учишта прасад, то есть остатки пищи Шри Кришны. То есть вечером Рахинима готовит что-то. Что-то Радхарани, наверное. Кришна, Баларам вкушают это. И вечером все старшие гопи приходят, чтобы получить даршан Баларама и Кришны. Все эти маленькие мальчики, мамы приходят со своими мальчиками на руках. И там у них трансцендентная болтовня, разговоры. Маленькие мальчики рассказывают о всех лилах, которые совершали Кришна Баларам в течение дня. И когда они описывают это, они наполняются чувствами. Мамы, они говорят: «О, Кришна, мой мальчик, он делал, вытворял такое, он делал это». И это есть проявление романчи. Романча. В голосах прерывается. Как я уже рассказывал о Калии, когда Нанда Баба, Яшода Ма отправились на поиски Шри Кришны, когда он пропал,
по стопам Шри Кришны они пошли. И в конце концов они обнаружили, что Кришна, мой дорогой сын, его захватил Калия, и он сейчас, наверное, умрет. И у них голос прерывается, они говорят: о, мой сын, и не могут даже выговорить слов, рыдают. И они теряют сознание на берегу Ямуны, это происходит. Мама Яшоды теряет сознание. Тело трясется. Когда дерево Арджуна, огромное дерево, не было никакого ветра. Почему упало это огромное дерево? Какова причина этого его падения? Огромный шум раздался. Яшода Ма, она затряслась. О, Боже! Боже мой! Похоже, я потеряла своего сына. В страхе она прибежала, то есть тело ее затряслось от страха. Мурча, это она когда теряет сознание. Человек. Возможно, я сегодня потерял своего сына. Он не вернется. Затем виварна, меняется тело человека, цвет тела человека меняется. Когда Путана была убита, демоница Путана, которая пришла в форме прекрасной девушки, подобной Лакшми, она хотела отравить Кришну своим грудным молоком. Но Кришна захотел пролить свою милость на нее. В конце концов, Путана превратилась в огромную демоницу и закричала: оставь меня, она кричала Кришне. То есть, когда она приняла форму ужасной ведьмы, и когда она упала с высоты, она раздавила деревья под собой. И Яшода, она была в ужасе: о, похоже, сегодня потеряла своего сына. Ее цвет из ее тела ушел, как будто бы... То есть она стала полностью белой, побледнела. Это называется виварна. Когда однажды Яшода мама решила праздновать день рождения Кришны, она стала... То есть там был сад. Принесли различные угощения. То есть огромный праздник они устроили. И между тем Яшода Ма положила Гопала на телегу. Которые обычно заправляют
буйволами. Она украсила эту колесницу. То есть она просто посадила его туда, для того, чтобы он там посидел, чтобы солнце на него не светило. Внезапно пришел Шакатасура и хотел убить Балгопала. Но Балгопал маленький мальчик. Схватил своими маленькими мягкими ручками этого демона. В общем, сразил этого демона. Все заплакали, закричали, что происходит? Что происходит? Что случилось? Что случилось? И Яшода обнаружила, что сын ее в порядке. Надо баба спрашивать, что случилось? Ты как смотришь за ребенком? И мама Яшода объясняет, да он своими маленькими ручками сам как-то укатил эту телегу. Ей говорят, ну как это возможно? Это невозможно. Но я сама видела. Яшода Ма начала плакать. О, как я счастлива сегодня, что опасность миновала, что ну, такая опасность была, и ничего не случилось с моим малышом. Она берет сына Шри Кришна на руки. То есть это пример... прослушала санскритское название, то есть когда человек льет слезы. По наставлению Камсы, Акрур Махарадж прибыл в Браджадхам. Забрать Кришну Баларама в Матхуру, чтобы совершить Данур-Ягью. И так, чтобы они могли принять участие в битве отборных бойцов, отборных царем бойцов. И Нанда Баба встречает, оказал им большой прием, гостеприимно встретил их. Тут рассказал причину своего прихода. Акрура все в деталях рассказал. Когда Акрура открыл секретную причину своего прихода, они поняли, что на следующий день Баларам и Кришна отправятся, уйдут из Вриндавана. Яшода Ма почти она немедленно потеряла сознание. Только лишь услышала слова, что завтра они уезжают, она сразу же потеряла сознание немедленно. То есть различные виды аштасайтвика-викара проявляются в теле. И вот это последнее называлось мурча. Если вы не понимаете все эти симптомы према-бхакти, вы будете навсегда останетесь в темноте. В будущем нам еще много нужно всего объяснить, обсудить. То есть необходимо понять все, о чем говорилось сегодня. Я не могу дальше в детали уходить, потому что иначе вы
заскучаете, вы не сможете внимательно слушать. Тадива раммам ручирам навам навам, тадива сашьяд манасо махасавам, тадива сокарна васоса нам нинам, ядуттама срока джасо анугияте. Ванча калпатарусы кипасинды бабача, пачитананг пабана бабашня пьё намон.